В Краснодарском крае организована социальная помощь незащищенным категориям граждан во время карантина из-за коронавируса. Адресная помощь уже начала поступать жителям, которым режим самоизоляции дается труднее всего. 7 апреля «Армавир» получил 5,5 тонн продуктов. Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения сформировали наборы с продуктами питания длительного хранения. На территории Краснодарского края сеть магазинов «Магнит» запустила акцию «Магнит Забота». Совместно с Министерством труда и социального развития для муниципальных образований Краснодарского края были определены продуктовые наборы в отношении для получателей. Это семьи с детьми-инвалидами и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, состоящие на ведомственном учете в органах социальной защиты населения. Вот именно эта категория семей получает продуктовые наборы. Помощь доставляется работниками учреждений. Работники оснащены и работникам выданы индивидуальные средства защиты, кожные антисептики, маски, перчатки. Поэтому доставка будет безопасной. Развозить по адресам продуктовые наборы начали 8 апреля. За два дня помощь получили 500 армавирских семей. Татьяна Кудратова с тремя детьми строго соблюдают правила самоизоляции. Выходят только в магазин, да и то редко. Супруг остался без работы, особых сбережений нет. Тяжело, конечно. Все-таки тоже трое детей, как бы... И ни работу не выйти, ничего. Конечно, тяжело. Ну, выкручиваемся потихоньку, как можем. Продуктовый набор, большая помощь. Спасибо специалистам. Приходят, проверяют, обзванивают, помогают, как могут тоже. Всего продуктовые наборы получат 930 армавирских семей. Развести помощь по адресам планируют до конца недели. Доставка ведется силами специалистов комплексного центра социального обслуживания населения и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Уточнить, есть ли ваша семья в списках, можно по телефону 5-36-50. Ирина Белик, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 «Армавир».